Подъезд к мосту через реку Сати со стороны проспекта Октябрьского попал во все городские новостные ленты и группы в соцсетях. Почву размыло, откос поплыл вместе с фонарем и ограждениями. Последствия обильных летних осадков пришлось устранять работникам коммунальных служб. Сейчас мы завозим песок для того, чтобы укрепить с этой стороны, закрыть провал песком, чтобы обеспечить проход пешеходов. Здесь будет сигнальная лента и огородим тумбами, чтобы обеспечить возможность прохода. По официальной версии, размыв произошел из-за перегруза ливневой канализации. Потоки воды с улицы Дзержинского, Победы и проспекта Октябрьского оказались в районе кольца, перелились через тротуар, снесли опоры безопасности и размыли грунт на подъезде к мосту через реку Сатис. Мост не пострадал, это земполотно. Здесь была выполнена насыпь, высотой она была до 5 метров. Металлическая опора, она нормальная, светильники нормальные. После того, как будет отсыпана, опора будет восстановлена на свое место. Сейчас она обесточена, эта опора, и пока отодвинута в сторону. Однако ограждения на подъездах к мосту страдают уже не первый раз. Не прошло и года с момента сдачи новой транспортной развязки в эксплуатацию, как в интернете стали появляться фотографии, по которым наглядно видно, что ограждения с бетонными блоками в основании установлены непрочно. Так что же стало причиной обвала ограждений на этот раз? Нагрузка на ливневую канализацию, неожиданные обильные осадки летом или недочеты в строительстве? Вопрос остается открытым. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.